22 тысячи квадратных метров жилья. Новый микрорайон с красивым названием «Времена года» постепенно обретает очертания. Главу Анапы встречает заместитель директора компании «Бестторг». Борис Базанов рассказывает Сергееву, готовы приступить к строительству новой автомобильной дороги. В этом районе она может стать ключом к решению транспортной проблемы. Вот здесь, если будет дорога, вот у нас что получается? Народная, потом Мирная. Парковая. И вот эту как-нибудь обзовем, придумаем название, да? Угу. Ну, пока нет названия. Ну, пока нет названия. Вот у нас уже три улицы соединяются с Мирной, да? Останется от Мирной бросить на Субсевское шоссе. Представь, мы разгрузим как город. Очень. Здесь, этой стороной. Въехал, город не надо, и поехал в Субсев. На пути строителей есть препятствия. Гаражи. Нужна помощь властей. Сергей Сергеев обещает изучить вопрос. В пятиэтажных домах идут отделочные работы. Материалы современные, да и подход такой же, цивилизованный и обстоятельный. Для комфорта будущих жильцов лифты. Смотри, культура производства вот разная, да? Они не знали, что мы приедем. Посмотри, вот на сам порядок, на все остальное. Вы уже лифты монтируете, да? Нет, лифты уже давно смонтированы. А, просто чтобы никто не влазил, да? Да, конечно, они закрыты, сейчас законсервированы. Это грузопассажирский лифт на 1100 килограмм. Ну, в среднем 12 человек. Да. По правилам доступной среды сделают удобные порожки перед входами. К каждому подъезду подъемники. К уже построенным многоквартирным домам добавятся новые многоэтажки. Они вырастут в сторону Субсехского шоссе. По согласованию с жильцами, наверное, все-таки территорию будем закрывать. Внутри среду мы будем делать совсем безбарьерную, то есть хотим вот этот поребрик, который будет отделять зону условно проезжую от пешеходной, тротуарной, да, ну и маленький таким вот бордюрным камнем хотим делать. Просто обозначить. Да, просто обозначить. Сделано действительно для людей. И вот что еще удивляет, вот 5 этажей и лифт. Очень удобно. Не откладывая, сразу после выезда на объект, глава города дает поручение подключиться к решению дорожного вопроса. Кудрявцев, Заулицкая и Кухтиева. Значит, у нас Бестора, Анапское шоссе, пятиэтажный дом. Если смотреть на фасад строительства, с правой стороны по муниципальной земле должна быть дорога по улице Мирной. Для начала до Мирной, а потом со временем и до Субсевского шоссе. Эта дорога уже может начинать строиться за счет инвестора, но там есть гаражи, которые вылезли на муниципальную землю, не знаю, самострои, не самострои. Комиссионно выезжаете, графику накладываете на земельный участок, чтобы не было это препятствия к строительству дороги. Со сроками не затягивать, чтобы важное для города строительство дороги не растянулось на годы, подчеркнул Сергеев. Тем более частный капитал готов реализовать проект. Еще одна договоренность с инвестором – строительство пристройки к одной из городских школ.